Доброго времени суток. Меня зовут Сергей, мне 38 лет, и я из города Пикалево. Так как я онкобольной, основная тематика моего канала – это онкология. Причина, по которой я снимаю, у меня очень редкий диагноз, и нету информационного видео от первого лица. Шесть лет тому назад зарегистрировался на видеоплощадке YouTube. Так как у меня небольшое количество подписчиков, хейтеры, как таковых, у меня отсутствуют. Но зато у меня есть правдивый ролик про применение соды от первого лица. Я применял соду в качестве лекарства от онкологии. У меня очень много мракобесов. Я их называю содоверами. На YouTube-канале у меня 1240 подписчиков, но надо понимать, что ко мне подписываются в основном это онкобольные люди, и многие те, кто активно в первые года комментировал, уже пропали. К несчастью, онкология берет людей. Мои ролики можно разделить на две группы. Это информационные и мотивирующие. Все, что я планирую снимать, я снимаю, но иногда срываются видеосъемки. Первое – это погода. Второе – это состояние моего здоровья. У меня часто бывает бессонница, и когда я запланирую тот или иной ролик, они как раз в это время проявляются. Ну и третье – это соседи включают музыку. Так как YouTube за музыку сразу блокирует, я в это время даже не стараюсь снимать. В этой жизни я придерживаюсь правды, и я не буду снимать тот ролик, где присутствует ложь. Я не мониторю ни количество просмотров, ни количество лайков. Если вам интересен этот вопрос, то зайдите ко мне на YouTube-канал и посмотрите сами. Всем здоровья! С вами был Сергей Юрьевич. До свидания!